Че, всем привет! Вот и я, Ириночка Сергеевна, голова, короче, у меня мокрая. Приехала только что с города, девочки. Девочки, представляете, приехала с города. Проголодалась, кофе из ведра. Ну, как всегда, вот такие бутербродики, московская булка с маслом и с мясом. Что яблоко Симиренко. Короче, девочки. Ой, знаете, куда Ирина Сергеевна ездила? Ирина Сергеевна сегодня ездила сдавать анализы. Сейчас попробуем тяните Симиренко. А какой кислый. Представляете? Настоящий Симиренко, офигеть. У нас, короче, на улице снег идет. Дорога, короче, вообще фигня. Сейчас снежная, ой, какой кислый. Смотрите, сколько я купила. Вы помните, я говорила вам с красивыми глазками там продавец. Я сегодня ездила сдавать кровь. Как он называется, анализ. Короче, его сдают раз в 3 месяца. Там проверяют, какой сахар в течение 3 месяцев. Сдавала платно. Потому что у нас такой гликированный сахар. У нас такой не берут. Бесплатно. Ну, потом думаю, зайду в ленту. Да? Посмотрю, что интересного есть в ленте. Кстати, увидите, да, увидите. Ну и это зашла в ленту. Там такие зайцы прикольно продаются. Ну, жгут зайца, так ведь? Год зайца. Сейчас пойду еще в баньку. Мне вообще яблоки такие вкусные. Обалденные яблоки. Он еще с такой кислинкой. Мама мия. Снега у нас очень много выпало за ночь. Сегодня еле до остановки дошла, представляете? Не знаю, что нам нужно сделать, а? Любимый звонил. Нет, моя любимая дома. Скучал, бедный, видать. Я только с собой один телефон брала. Нахер мне 2 брать, так ведь? Идет проверка. Вот, 4 комментария. Говорит, сахарный диабет, в вашу дверь уже стучится. Так он давно уже постучался, не переживайте. Так, привет, я тоже люблю косточки, особенно говяжьи, на холодец. Ну да.
Привет, привет. А что, у меня жизнь нормальная? Что у тебя с речью? С речью, только у меня с речью все нормально, я не знаю, что у вас. Сколько тебе лет? Так я купил подставку для телефона. Понимаете? Я даже сегодня в комментарии не заходила, потому что некогда Иринке было. Беменький ты мой. Дневник. Дневник. О-о-о. Вот завтра я снова поеду. Завтра я снова поеду. Блять, я мне столько анализов навыписывала. Как это? Как, короче, это. В космос летишь. Ну что, давайте булочки поедим. Какая вкуснотень. Булочки стоят 19 рублей. Представляете, одна булочка. Московская называется. Ну, видать, ее из Москвы привезли. Что мне вот тут, смотрите. О, арахис. Так давно хотела. Арахиса. Просто не было сил. Не знаю, сегодня халву я не покупала. Нахер она нужна. У моих товарищей, друзей. А это пятница, представляете, да? Масло. Туда бы шоколадное масло. Короче, по ленте потаскалась, ничего не купила. Да мне ничего и не надо. Что нам делать в ленте? Короче, я купила яблок. Они у нас по 100 рублей. На 312 рублей. 19 яблок. Ну вот это вообще, вот это да, вот эти яблоки, это натуральные Симиренко. Видите, булочка московская. Тут шоколадная бы. Но, увы, нет. Виноград у нас по 130 рублей. Ну, это у товарищей у моих. Хурма по 80 рублей, кстати. Ну, мягкая. Она бы не доехала. Снега по колено, вы знаете. Идешь по дороге, да? Ой, снег, снег. Еще машины едут. Ну, как-то так, да. Да. Нашли, чем я взял куда пугать. Говорит, диабет у тебя обеспечен.
Слушайте, он уже 25 лет, как со мной. А еще первый раз ем сегодня. Потому что я уехала, кровь надо было натощак сдавать. Ну так вот. Такую дырину мне сделали. У меня вен-то нету. У меня вот вена. И вот тут. Если найдешь, то тебе повезло. А если не найдешь, то все. А что, знаете, сколько за анализ отдала? 1200. Представляете, да? Частные клиники. Что тебе надо, Муся? Муся. Воздушный рис купила в Экспрессе. Что-то захотелось. Ой. А, я хотела рыбу сушеную там купить. Что-то забыла. Ну а. Ну, с этим она мне, видать, не попалась. А еще я хотела чипсов купить. Но что-то у нас, представляете, Лейс 200 рублей стоит в Экспрессе. Но это большая пачка. Обжирись. Называется. Да, Муся? Да ты не будешь это есть. Что-то привязалась. Что мне понравилось, что это вот, короче, там и игрушки новогодние, что-то 700 рублей, что ли, стоит, не помню. Там большая такая коробища. Вкусный воздушный рис. И лучше худей. Понимаете, да? И лучше худей, Иринка, Сергей, Земна. Какая вкуснятина. А вот насчет кожи, я вообще кожу люблю куриную, понимаете? Люблю еще обжарить. Вообще бы супер было. Да? Как вы по мне соскучились. Челка, правда, у меня сегодня. Я говорю, на улице не столько холодно, сколько снег идет. А полные зимние кроссовки снега набрала. Че, минус 14 градусов. 14 градусов в Первоуральске сегодня. О, завтра минус 15-25, офигеть. Как бы завтра бы моя мочень не замерзла, да, девочки? Иринке надо мочу сдать, крови, ЭКГ. Блин, настолько крови выписала сдать, у меня столько крови не будет. Что-то она переборщила.
мы когда с ней договаривались насчет областной, она сказала, ни анализов, ничего сдавать не надо. Ну, так поедешь. Угу. Поехала Инка так. Угу. Ой, вот этот воздушный рис. Хотела конфетку принести, да нет ничего такого. На Новый год купим. Да? Да-да-да. Мелкий Дед Мороз за шоколадку купила. Под елку ей положим. Скоро елку будем ставить. В начале декабря, наверное. Интересно, кто придумал этот рис? Воздушный рис, он так и называется. Бомба, пушка, ракета. Сколько в ней? Грамм-то. Грамм ты сколько? Русский десерт. Сухие завтраки. Зерна риса в сахаре, в сиропе. Нормально, штукей. И булка вкусная. Обалденно. Ну что, время полтретьего дня, представляете? А Инка только ест. Как там говорится? Не сравший, не жравший. Кстати, сегодня будет банька. Шикардосная банька. И это, кто хочет, приходите. То Алекс меня ждал и ждал и ждал. Пускай ждет. Он обязательно тебя будет ждать. Так оно? Булочка.
Ну все, короче, мальчики, девочки, я поела. Булька была вообще божественная. Булочка. Вкусная, низкокалорийная. Яблоки бомба. Надо было больше брать. Ну ладно, похер. А вон своими красивыми глазками. Мне кажется, я тебя ждал. Я говорю, правда, что ли? Я тебя ждал. Я говорю, специально для тебя яблоки привез. Вот так вот, девки. Вот, так что... Всем пока, короче.